Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я опять поиграю в Brawl Stars. Покажу вам свой клан. Я создал клан, точнее он клуб тут называется. И давайте смотреть, что же поменялось за то время, пока я вам не показывал Brawl Stars на канале. Во-первых, это то, что у меня уже 1000 трофеев. Ребят, я насобирал 1000 трофеев. Да, я не играю постоянно в эту игру, поэтому для меня это довольно-таки сложно было уделить столько времени на игрушку, чтобы добить целых 1000 кубков. Кстати, дальше там тоже интересненько будет. Итак, я забираю Брок. Новый у меня персонаж. Вот такой вот крутой чувачок. Сейчас его забираю. И что ж, меня ждет дальше. Какой будет, кстати, у нас дальше будет? Динамайк. Динамайк. Ну, мне кажется, он не очень, если честно. По крайней мере, в бою я не видел какой-то проблемы с ним. Это вообще не видел, что кто-то играл... Тик видео, но он какой-то слабенький, я его убиваю всегда на изи. Так, ну хорошо, ребят, давайте смотреть, что за Брок у меня и какие вообще у меня бойцы есть. Но перед этим давайте откроем сундучки. Вдруг мне попадется еще какой-то боец. Это будет смешно, конечно. Я в это не верю, но всяко бывает. Ух ты, я могу уже розу прокачать. Это прикольно. Так, ну еще один давайте быстренько откроем. Еще роза. Отлично. Хорошо, бойцы. Итак, кто у меня есть? У меня есть Шелли. У нее уже 5-я сила и 13-й ранг. Хочу прокачать до 20-го, там посмотрим. Нита, первая, кого я прокачал до 20-го ранга. Сила 5 у нее. Крутая, мне она очень нравится. Дальше у нас Кольт. Я его пока, как видите, вообще не качал. Он 1-го ранга, сила 2. Хотя силу чем-то ему прокачал, хотя я им не играю. Ну да ладно. Он мне не нравится, если честно. Бул. Бул неплохой, именно вот я футбольчиком играю, потому что там его здоровье и умение как раз мне очень даже подходит. Джесси. Джесси вообще ни одной катки не сыграл. Мне кажется, она слабенькая, поэтому я ее не прокачиваю. Потом... Брок, которого я только что получил. Сейчас мы, наверное, на нем поиграем каточку, посмотрю, какой он в деле. Слушайте, ну у него здоровье очень слабенькое. 2800, я прям не знаю. Но атака 1100, неплохо. И супер урон от ракеты какой-то тоже 1000. Надо будет посмотреть, как он лупит этой ракетой. У меня есть еще Барли. Метатель. Ну, как бы я им тоже не играл, я его прокачал, но... Не знаю, что-то это не мой герой. Сдалека не люблю кидать. Так, Поко, лекарь. Тоже его прокачиваю, но особо на нем не играю. И Роза. На Розе я хорошо уже поиграл, вы видите, 13 ранг. Мне нравится, что у нее много здоровья. Не очень хороший урон, правда, но зато у нее есть суперспособный щит, который позволяет молниеносно откуда-то убежать. И последний, кто у меня добавился, это, наверное, самый редкий, да? Сверхредкий, это Пенни. Стрелок, я тоже на нем не играю. Мне как-то кажется, что он тоже слабоватый. Хотя здоровье 3200, атака 840. Не знаю, что-то не зашел мне пока этот персонажик. Я так только поиспытывал его. Окей, ребята. Бойцы, я вам свои показал. Ну а теперь пришло время показать вам мой клан. Итак, готовы? Погнали. Вот мой, ребята, клуб. Посмотрите на него. 98 участников из 100. Я как раз освободил 2 места для того, чтобы вы смогли тоже вступить, если захочете. И сейчас, кстати, самый крутой у меня котлетка. 14643 кубка у него. Антоний 13971 и так далее. Давайте посмотрим ребят, которые у меня в клане. Кто-то из них даже сейчас играет. Вот такой вот у меня составчик, ребят. Сначала я поставил 10 тысяч кубков, но решил, что 10 тысяч долго буду собирать. И из-за этого поставил сначала 9 тысяч, набрал клан, сейчас поставил на 9500. И буду действовать таким образом. Смотрите, сейчас, кстати, вот пролистал. У меня получается 56 человек, уже 10 тысяч плюс. Мне надо, чтобы весь клан был 10 тысяч плюс, поэтому... Мне нужно, чтобы вот эти ребята, у кого 9900, 9800, чтобы они докачались до 10 тысяч. Скажем так,
60 человек уже реально могут иметь 10 тысяч. Остальные 40 будем или прокачивать их, либо же менять. Как я буду формировать свой клан? Сейчас он уже есть, 98 участников, но, ребята, в моем клане будет все время 99 человек. Как только сотый попадает в клан, автоматически будет удаляться последний. Сейчас это я. Но так как меня нельзя удалить, выходит, что это SEO. SEO это ветеран, я его тоже не могу удалить, потому что это, скажем так, игрок из Дискорда, кого я знаю, поэтому я его не удаляю. Дальше идет вот у нас Примас, 9031 кубок, и кто у нас там, 9050 и так далее. То есть, смотрите, сейчас у нас очень интересная ситуация. Любой игрок, у кого меньше 9500 кубков, если он сейчас выходит из клана, он назад уже не вернется, потому что трофеев нужно 9500. Сейчас есть у нас, получается, ну, 73, да, вот последний, плюс я, плюс, ну, короче, грубо говоря, еще 25 человек, которых я буду выгонять и на их место брать ребят, у которых будет более 9500 трофеев. То есть приходит человек с 9500, уходит человек с 9000, ну и так далее. Пришел новенький, ушел старенький с 9000. Таким образом, ребята, мы подтянем мой клан, мой клуб до 10000, я надеюсь. Ну или хотя бы до 9500. Там посмотрим, может, на этом и остановимся. Давайте посмотрим, где же мой клан вообще в общем рейтинге. Здесь у нас есть рейтинг, списки лидеров, местные клубы. Итак, ребята, мой клуб сейчас на 114 месте среди местных кланов. То есть фактически мы почти попадаем в топ-100. Местные — это у меня Украина, ЮА сейчас, потому что как бы я с Украины. Но если мы, к примеру, поменяем локацию, то я думаю, что даже может быть больше. Что касается глобальных, я думаю, что нас тут вообще нету в топ-100. Потому что это очень круто. Давайте, к примеру, поменяем. Сейчас. Сейчас я хочу поменять расположение своего клуба. Настройки зайдем. Выберем, к примеру, что у нас тут есть. Так, 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 так. Белораша. Давайте Беларусь. А, вот поменялся. Беларусь. Смотрите, ребят, если я выбираю место расположения Беларусь, то среди местных кланов, ребят, мы на 35-м месте. Это круто, конечно. Хорошо, давайте попробуем сейчас еще Россию. Сделаем Россию. Я думаю, что мы в 200 даже можем не войти, потому что Россия большая. Все, поменялся. Если это Россия, ребята, то 252-е место у моего клана. Все-таки Беларусь мне понравилась больше всего, согласитесь, это прикольно. Окей, ребята, ладно, давайте тогда возьмем среднее, я все-таки оставлю в Украине. Ну что ж, ребята, что вам еще показать? Давайте я еще тогда зайду в чат, посмотрим, что у меня там в чатике творится. Клан топовый и Red Cat крутой, успел зайти, когда осталось одно свободное место. Хочу, чтобы клан занял топ-1 мира. Red Cat очень хорошо гуляет, только меня не ешьте. Red Cat, я не рыбная котлета. Прикольно. Ну что ж, ребята, кто еще не поставил лайк котику, можете прямо сейчас это сделать. Ну а я отправляюсь сейчас тестировать Брока. Очень интересно узнать, насколько он хорош. Я видел в игре, что он, в принципе, очень даже неплохо себя проявляет, потому что он довольно-таки далеко стреляет своими базуками, гранатами. В общем, давайте посмотрим. Так, ну что, загрузил классику, поехали. Ну да, в принципе, дальность очень хорошая. Смотрите, как далеко у него летят снаряды. Вы знаете, кстати, хочу вам интересную штуку сказать. Когда я начинал играть в Brawl Stars, я играл на компе, а потом начал играть на телефоне и считал, что на телефоне мне жутко неудобно. Но вот сейчас наоборот, ребята, играю на компе, мне жутко неудобно. Я как-то привык уже к телефону, как-то все это быстрее у меня там происходит. А вот здесь вот как-то совсем не получается мне нормально стрелять даже. Ой, убили меня. Ну что, по первому впечатлению, что мне не понравилось? Это то, что ракеты не перелетают через какие-то
ограждения, заборы и так далее. Я, если честно, думал, что он будет так навесным бросать, то есть он будет перелетать все препятствия, и это будет его как бы прикольная фишка. А получается, что нет, что если вы стреляете за забором, то вы в забор и попадаете. Так. Что второй не нравится, это то, что... Ну, кстати, суперсила. Суперсила неплохая. Так вот, что мне не нравится, это то, что ракета стреляет точно в цель, да, а по дороге, если кого-то задевает, то как бы не, даже не убивает, так сказать. Просто себе перелетает, я так понимаю, его. Вот это очень неприятно, потому что понятно, что люди постоянно двигаются, и в кого-то попасть из-за этого очень сложно. Сейчас, мне кажется, убьют по той же причине, которую я уже озвучил, да. Видите, то есть для ближнего боя очень штука неудобная. Просто катастрофически неудобная. Она не дает нормально как бы вам целиться. Вы не можете стрельнуть на какое-то короткое расстояние, а только, получается, вам нужно дистанцию все время как-то выдерживать. Нет, брок это точно не моя тема, я в него, им точнее, точно играть не буду. По сути, я могу нормально стрелять только суперсилой своей. Чтобы хорошо играть, нужно где-то конец карты и очень точно рассчитывать, куда приземлится ваша ракета. Учитывая, что она 2-3 секунды летит, то за это время человек, который бежит, может поменять траекторию. В общем, такая рандомная пушечка, я бы сказал. Да, иногда попадает очень неплохо, но в основном мажет и летит куда глаза глядят. Ну что, я думаю, что в этой катке мы как-то, может, все-таки и не затащим. Хотя, может, и затащим. Я пособирал все кристаллы и убежал. Ну а что делать? Надо как-то спасаться. Вот это, конечно, удобно, что я могу на расстоянии просто пулять, и все. Видите, меня никто даже не достает. Но, повторюсь, мне это... персонажек совсем не нравится, поэтому я им играть не буду. Ну что, ребят, таким получилось видео. Кто хочет вступить в мой клан, делайте это, но вам нужно 9500 кубков иметь и с нацелом, что в будущем вам надо будет более 10 тысяч кубков для того, чтобы в клане остаться. Но я тоже буду качать активно кубки. Спасибо, что смотрели. До встречи на канале Red Cat. Всем пока!